Всем привет, всем друзья! Привет. Сегодня мы собираем с Димой вот это, фиксики, пожалуйста, секрет! Да, фиксики Пано у нас такой, из пластилина. Фиксик, друг человека, мы сейчас с Димой соберем Симку и Нолика из пластилина. А давай позовем Симку, чтобы она нам помогала, давай? Давай. Вот, мы позвали такую игрушечную Симку нашу. Она будет сейчас нам помогать делать вот такое панно. Вот это да, это вот такой набор Симка. Пластилина. Такая Симка, картинка у нас. С пластилином нужно нам эту картину будет обыграть. Ну давай Нолика откроем тогда сразу. Вот такое панно Нолика. Вот такие у нас яркие, красивые картинки. И набор пластилина. Приступаем к клепке? Да. Открываем все. Держи себе ножик, Дим. И мне будет ножик. Доставай пластилин, по цветам надо. Вот так вот мы налепили. Дима взял еще маленьких своих друзей, фиксиков, чтобы они ему помогали. Папуса, Масю. Идея такая, что нужно самим из пластилина сделать глазки, носик. Мама! И налепить мама, на нужные места. Вылези. Вот сейчас из синего, допустим, будем делать нос для Нолика. Не могу. Не так-то просто из такого пластилина сделать картинку. Он такой прям жесткий. Да, он жесткий. Симка, помогай нам. Давай, отрежь мне кусочек, пожалуйста, от желтого. Боже. Вот таким вот образом надо залепить мама, всю картинку мама, по цветовой гамме. Мама, это... Очень хорошая игра, развивает моторику, фантазию. Дима очень увлекся лепкой. Вот такие вот у нас картины уже получаются объемные. Мы будем еще долго-долго лепить. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока! До новых встреч, друзья! А мы будем лепить!